У тебя японская натура, это что значит? А японская натура? Я не могу сказать слово «нет». Никому? Почти, я не могу. Я все время, как-то мне больно говорить «нет». Сейчас я уже привык, говорю, нет, я не приду. Нет, я вот на это я не соглашусь никогда. Нет, мне не свойственна категоричность. Но я добрый, блин, человек. Ну не свойственно мне. Что ты говоришь вместо «нет»? Я говорю, знаете, позвоните, я подумаю, завтра. Знаете, ну я пока не расположен это сделать, но я подумаю, если можно, позвоните мне, пожалуйста, еще. Это отказ, когда я это говорю, это отказ. Как бы найти тонкого человека, который бы это понял? Почему мне попадаются люди, которым надо изворачиваться и в лоб говорить? Да не приду я к тебе никогда. Что значит, ты мне позвонишь или я тебе позвоню? Вот дружба это не тогда, когда ты мне звонишь. Это когда я тебе звоню тоже. А ты мне звонишь и говоришь, ну мы же друзья, но я ж себе еще не позвонил.